Ухтар Тайжан некий такой земельный Бэтмен. С моей помощью вернули 1,5 миллиона гектаров. Сами... Никаких денег ни от кого, ни от народа, ни от друзей, ни от кого. А нет, а вот Мухтар собирает. Я беру деньги у КНБ, у администрации президента, у ваххабитов, у Аблязова. У кого только я деньги не беру. А, то же самое, ну, вот с Мухтаром, я не знаю, зачем надо собирать с народа деньги, если ты бизнесмен и успешный, и миллионер. 2 миллион долларов, мне 300-200 емес, 2008 жылы таптым. Мен үшін ол көп ақша емес. Мен ондай ақшаны, ондай көбірек ақшаны да көрдім. Ну вот Мухтар предлагает поменять конституцию. Сколько раз мы ее меняли? Ну, по сути, это, в принципе, традиция Назарбаева, да, там, продолжать менять конституцию. Мухтар не совсем уживчивый, да, человек. Везде там какие-то суды, ну, даже на программе, ты заметил, да, столько претензий Гульнар было. Микрофон не тот, время не то, кто-то сказал больше, кто-то меньше, все. Я честно говоря, устал, я рядом прям стоял. Задали вопросы, дайте мне право ответить теперь. Иди за собой лучше, понятно тебе? Регламент, пожалуйста, осед, пожалуйста. Вы мое приду, выслушайте. Маған дауыстарыңызды беріңіздер.